Прекрасная новость для поклонников мегазвезды турецкой эстрады Таркана. Цифровая платформа Disney Plus подписала с певцом эксклюзивное соглашение. Отныне он станет лицом Disney Турции. Одна из крупнейших международных цифровых платформ Disney Plus готовится выйти на турецкий медиарынок 14 июня. О серьезности намерений менеджмента платформы свидетельствуют эксклюзивные контракты с 15 крупнейшими турецкими звездами, среди которых Халит Эргенч, Бурак Дениз, Аras Bulut İnemli, Demet Özdemir, Can Yaman, Cansu Dere, Hande Erçel и многие другие. Первым проектом Disney Plus, который будет представлен на открытии, станет сериал «Побег. Качиш» с Энгином Акюреком и Ирем Хилиаджиалу. На этой неделе Disney официально представил первые кадры из нового сериала своим будущим подписчикам. А затем последовало объявление, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. Как стало известно, Disney Plus сделал гигантский шаг, подписав соглашение с одной из самых больших звезд Турции – певцом Тарканом. Он станет лицом платформы и подготовит для Disney Plus проект. Отметим, что долгие годы Таркан не соглашался ни на какие фильмы, несмотря на огромные суммы, которые ему предлагались. Заключение контракта с певцом, которого в Турции называют мегазвездой, еще раз показало всю серьезность намерений Disney Plus на турецком рынке. Тем временем известная журналистка Берсен Алтунташ заинтриговала подписчиков, сообщив, что рекламный ролик для открытия платформы Disney Plus в Турции будет снимать режиссер, который делал фильмы с Аль Пачино, Робертом Де Ниро и Джорджем Клуни. Кто же это может быть? Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.